По-настоящему зимние морозы не помешали маленьким и большим гостям тайм-кафе «Небо» почувствовать весь колорит рождественских праздников. Большое семейное торжество, наполненное теплыми и добрыми традициями, весельем и детским смехом, помогли организовать для малышей и их родителей праздничное агентство «Маша и Медведь», певица Ольга Гегис и руководство тайм-кафе. Веселые игры для мам, пап и детей, конкурсы, рождественские мастер-классы, гадания и предсказания, добрые песни под гитару и даже бумажная дискотека. Настоящий праздник для всей семьи. Это первое мероприятие, которое организовали в первом в нашем городе тайм-кафе. Впереди могилевчанам обещают массу интересного, нового и полезного. Лекции, мастер-классы, небольшие концерты, выставки, картины, фотографии, встречи с интересными творческими людьми города, тематические вечера. А еще тайм-кафе «Небо» – это зона, свободная от алкоголя и курения. Это место очень атмосферное, и здесь можно завязать новые знакомства, интересное знакомство, найти людей, близких тебе по духу. Вот. Ну, а чтобы узнать, какие мероприятия проходят у нас здесь, нужно пока на данный момент следить за новостями в нашей группе ВКонтакте. Мы максимально стараемся рассказать об этом людям.